На Фадеева спецтехника завалилась на бок. Пострадал человек. Дорожный инцидент произошел после полудня на Фадеева. Этот экскаватор весом 4,5 тонны сейчас твердо стоит на своих гусеницах. Буквально несколько минут назад он лежал на правом боку. Как же на нем оказался? Далеко и просто. Его уронили. Как выяснилось, уронили не специально, а случайно. Кран с манипулятором, в кузове которого находился экскаватор, двигался на спуске. Предварительно, чтобы довести до стройки экскаватор целым и невредимым и не изуродовать дорожное полотно, спецтехнику поместили в кузов большой воровайки Isuzu Forward. Машина движется по трассе, седан Капотрокол собирается завернуть на Фадеева. На спуске водитель грузовика притормаживает, но машина словно не слышит хозяина. Становится неуправляемой. Рулевой Isuzu понимает, что тормоза у спецтехники, как говорится, приказали долго жить. В итоге кран заваливается на левый бок, сбрасывает с себя многотонный груз, гусеничный транспорт. Тот укладывается на асфальте на правый бок. Экипаж Isuzu, водитель и пассажир. Рулевой грузовика цел и невредим, а вот пассажир спецтехники слегка ранен. Вызывать на место аварии медиков не планируют, помогает водителю Isuzu поднять экскаватор и поставить машину на гусенице. Затем мужчины ставят на колеса грузовик и чешут затылки, ведь теперь спецтехнику нужно убрать с проезжей части. Грузовик не ходовой, так сказать, разулся. Ну да, наклонился, так постоял. Видно это, лопнула рессора, и он экскаватор уже начал падать, нас завалили. На помощь к подбитому и разутому Isuzu спешит его товарищ, такой же грузовик. Экскаватор, с которого на проезжую часть вытекает тосол, тоже увезет спецтехника, но позже.